Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец. Директор Всероссийского хорового общества Павел Анатольевич Пожигайло. Руководитель Международного детского центра «Артек» Константин Альбертович Федоренко. Слово предоставляется Ольге Юрьевне Голодец. Добрый вечер, «Артек». Добрый вечер, хор России. Дорогие ребята, мне очень приятно сегодня вас всех приветствовать здесь, на хоровой смене в «Артеке». Хоровая смена – это не просто отдых. Это время, когда лучшие хоровики со всей страны, народные артисты, приезжают сюда, чтобы работать с самыми звонкими, самыми яркими голосами России. Хор России доступен каждому таланту. Вы можете заявляться, пробовать свои силы и встать в эти ряды, а кто-то станет солистом. Но даже если вы не участник детского хора России, очень важно, и это поможет сделать вам детский хор, это полюбить песню. Петь и петь хорошо. Мне хочется сегодня поздравить с тем, что эта смена состоялась, и она откроет новую страницу в истории нашего замечательного хора, без которого не обходится ни одно большое торжественное мероприятие. Здесь уже перечислялись, это и Олимпиада, и в Большом театре ребята выступали, и в Мариинском театре ребята выступали, в Кремлевском дворце съездов. И всегда их выступление – это яркая и знаковая страничка музыкального хорового искусства. Давайте поприветствуем ребят и пожелаем их дальнейших замечательных свершений. С первых дней в «Артеке» участники детского хора России состязались в конкурсе солистов. Быть солистом такого коллектива очень ответственно и почетно. Конкурс завершился, и сегодня в программе концерта прозвучат их голоса. Встречайте, победители конкурса солистов детского хора России! Награждается Георгий Абросимов, город Москва, Академия хорового искусства имени Попова. Искандер Арсланов, город Москва, Академия хорового искусства имени Попова. Ильяс Ахьядов, Краснодарский край. Дмитрий Барнов, город Москва, Академия хорового искусства имени Попова. Анастасия Бредихина, Краснодарский край. Музыка.
Ольга Волкова, Красноярский край. Ульяна Завьялова, Ивановская область. Баграт Кабулов, Республика Северная Осетия, Алания. Валерий Кузаков, Республика Саха, Якутия. Сергей Левкин, Астраханская область. Самир Мамедов, Республика Алтай. Максим Маслов, Новосибирская область. Артем Нопин, Кировская область. Егор Парфенюк, город Москва, Академия хорового искусства имени Попова. Данила Прошин, Рязанская область. Алла Сайгак, город Москва, Большой детский хор имени Попова. Диана Шерстнева, Республика Бурятия. Арина Шигина, Приморский край. Софья Янбулатова, Астраханская область. По артековской традиции фотокарточка на память. Карточку артека у весу искры моя, не простая, а светна.